Мне интересно, зачем эти окна все закрыли? Все было в окнах. С такими вот магнетронами. Верхние еще открыты, нижние все полностью закрыли. Интересно. Там реставрация идет. Не могу до сих пор вовнутрь зайти. Когда уже закончат, непонятно. Подсвечник поставили. Вроде раньше его тут не было, я бы увидел точно. Где-то мне, ну, по грудь высота его. Замерил тут мультиметром. В районе сотни у меня. Больше не поднимается. До 100 микровольт поднялось и все. В прошлый раз было намного больше. Ну, может, еще погода влияет. Сейчас схожу в Лифранкирхе. В тот раз быстро бегал. Забыл там проверить. Мартини закрыто сегодня, к сожалению. Интересно, есть у кого-нибудь идеи? Для чего это было сделано? Кормушка. Если там было окно, тогда, наверное, ее тут не было. Непонятно, я не вижу тут ни дверок, ничего. Для чего эта конструкция, вот эта решетка? И как-то у меня никаких идей нету, что тут могли замутить. Вот это вот изваяние, похоже, все из искусственного мрамора. К сожалению, тут освещение слабое. И она немножко как бы запылившаяся, но вижу, что из мрамора. Искусственный. Собору примерно 500 лет. Даже по тем, кто рассказывал о искусственном мраморе, тогда вроде его не должно было быть. В общем, все надо трогать. Думаю, нифига, вот хожу вокруг, они все вот разные. Сейчас приближу. Все разные. Думаю, ничего себе, кто-то извращался тут. А, потрогал. Обычное литье, причем на вид, когда смотришь, впечатление создается какой-то очень твердый камень. Пока по нему не постучишь. А это какой-то очень, не знаю, как бы вам это объяснить. Как воздушный камень. В общем, вот эта вся декорация, она явно летая. И вот на некоторых частях это уже становится видно. Она начала осыпаться. В общем, если бы я не потрогал, я бы подумал, что это, ну, какое-то литье, но очень твердое, мощное. Нет. Постучишь прям, не знаю, будет слышно, нет. По звуку прям слышно, что какой-то очень мягкий материал, может быть, даже гипс, что-то вроде гипса. И вот это, похоже, все в окнах, вот оно все такое. По крайней мере, вот в этих вот, что я прошел, я их уже много простучал. Пойду дальше, хожу постоянно в этом соборе, что-нибудь интересное, новенькое нахожу. Тут, к сожалению, потолок заштукатурили. Причем он там уже свеженько заштукатурили. Но ничего не поделаешь. Знакомый у меня тут работает. С
Спросил, говорю, как тут с подвалами? Нет у них туда доступа, не пускают их туда никак. Говорю, поспрашивай хоть что там. Нет, все покрыто тайной. Ничего не рассказывают, не пускают. Вот такими кубиками. Ну вот тут прям похоже даже на бетон. Да, вот со светлой стороны, может, лучше видно будет. В принципе, оно все такое, как бы это сказать, не грязное, а слоем пыли покрылось и все затвердило. Ну, очень похоже на бетон прям. Даже немного на современный похоже. Ну, тут, как всегда, закрыто. Сколько раз ходил сюда. Решетка со спиралькой. Спиралька идет против часовой стрелки. Туда заходит. Изначально это было сюда предназначено или нет, интересно. Ну, судя по углам, хотя непонятно, могли просто откуда-то взять и сюда приделать. Металл такой тут витой, ну это ладно, это нагреть, кузнец это тоже может сделать. Ничего такого сверхъестественного. Но вот это довольно слишком тонкая работа, очень тонкая. Потом, к сожалению, не видно, какие тут соединения. Так, а если мы сделаем вот так, получше будет видно. Ну, я не вижу тут ни сварки, ни клепок. Что, приклеили, что ли, или как? Надо будет как-то еще раз сюда зайти, это внимательно посмотреть будет. Хорошим фонариком. Вот еще по обе стороны ступенек одинаковые камни. Они явно тут не должны лежать. Вот это вот не для такого вот состояния изготавливалось. Такая сложная конструкция. Очень твердая. Не знаю, может, песчаник, честно говоря, непонятно. Но для горизонтального положения такие вещи точно не делают. С одной стороны. И такая же точно с другой стороны. Откуда-то взяли просто и положили сюда. Ну вот такая маленькая прогулочка, пожалуй, на сегодня хватит. Нагулялся, подышал воздухом. Послушал музыку, померил мультиметром в соборе 100 микровольт. Поднялось в подвале у меня 50 микровольт. В Липфраункирхе до 40 с трудом. И то так на короткое время проскакивало. Там не зря, наверное, вот этот несуразный прямоугольный гранитный камень огромный лежит. В общем, пока я понимаю, что собор можно посещать. Липфраункирхе, наверное, не стоит пока. Надо, наверное, на источник съездить с шунгитом. И потом с новым. Смотрю, там гранитную тропинку вокруг собора закончили уже. Так что можно по новой все это сделать. Так, по поводу вот той маленькой Пашеньки в окне. Не обращал я на нее раньше внимания, была она там, оказывается. Просто что-то я на нее внимания не обращал. Сейчас я приближу, чтобы ее видно было. Вот эта вот малюсенькая в окне стоит. Функция какая у нее, тоже интересный вопрос. Ну ладно, в следующий раз приду,
еще что-нибудь обязательно найду новенькое. По-моему, сюда сколько ни ходи, особенно если бы еще был побольше хоть иногда допуск, но, увы. А вот в эти две башни нету. Единственное, куда я попал, это в Лифранкирхе. Вот в той, в Мартине, тоже нету входа. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь и куда-нибудь повезет попасть.